Всем привет-привет, вы на канале VoodGSN, канале свежих обзоров на все, что в игре появляется. Хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас, а еще на второй канал, ссылочку на который найдете в описании. Ну а в этом видео обсудим с вами самую крутую рулетку за все время существования рулеток в нашей игре. Знаете почему? Правильно, потому что она бесплатная по факту. Как вы знаете, для того, чтобы крутить данную рулетку, необходимы вот такие вот зеленые жетоны. И суммарно этих зеленых жетонов на 11 прокрутов вам необходимо целых 462. Но с учетом того, что рулетка будет длиться целых 15 дней, у вас есть возможность абсолютно спокойно прокрутить все 11 прокрутов и бесплатно забрать отсюда себе все мистические контейнеры, которые предложены, в том числе и главную награду. И почему я в этом так уверен? Да просто потому, что выполняя каждую боевую задачу каждый день, вы будете получать по 5 таких жетонов. Ну и соответственно, вам необходимо за 15 дней выполнить 93 таких боевых задачи, и вы можете сказать: блин, так это ж много, но по факту не так уж и много. Дело в том, что за 15 дней 93 боевых задачи — это всего 6 или 7 боевых задач каждый день. Поэтому, в принципе, абсолютно выполнимая задача для любого танкиста. Если сегодня что-то не успели довыполнить, можете перекрыться боевыми задачами завтрашнего дня. В общем, все действительно классно, действительно жирно. Я поднакопил немножечко этих жетонов, и, как вы видите, этих жетонов у меня 105. Ну и, соответственно, мне хватит для того, чтобы покрутить до 5 прокрута включительно и практически половину рулетки пройти. Сейчас обязательно мы это сделаем, но перед тем, как пойду крутить рулетку, скажу вам еще кое-что. Данные жетоны, даже если вы покрутите полностью всю рулетку, я рекомендую вам дальше зарабатывать. По одной простой причине, потому что данные жетоны в свое время были золотого цвета, их перекрасили в зеленый для того, чтобы можно было рулетку крутить. Ну а до этого, вот эти вот жетончики, их можно было зарабатывать, тоже выполняя боевые задачи, и использовать для открытия танков в ивенте. Ну, допустим, Павлик танк и многие другие машины. Так вот, ребят, у меня 105 жетонов сейчас в копилке, но не все 105 я заработал сегодня. До этого 75 жетонов у меня лежали с предыдущего игрового события. Поэтому, если вдруг у вас хватит сил прокрутить данную рулетку до конца, и при этом всем параллельно есть возможность дозаработать еще жетонов, лучше дозаработайте их, оставьте в хранилище, и я уверен, что рано или поздно они вам все равно пригодятся. В конце концов, может, когда-нибудь какой-нибудь танк заберете себе с большей легкостью, нежели будут предусматривать для вас это разработчики. Но это так, информация просто к сведению. Ну а теперь, ребят, давайте будем смотреть на шансы и крутить. Шансы получения мистических контейнеров. Главная награда 0,09. Ну, предполагаемо, на последнем прокруте практически для всех игроков, да и фиг с ним, потому что все равно забрать это получится у каждого. Все остальное имеет свои шансы, плюс-минус равные, как вы видите, да даже не плюс-минус, а просто равные 10,86. Ну что, ребят, поехали! Начинаем крутить, смотрим, что из этого получится. Я уверен, что в первую очередь буду забирать какую-то шелуху себе. Но... раз прокрут, теперь второй прокрут за 14 жетонов. Но, дай мистики. Есть мистический контейнер. Забираем 21 жетон. Вообще, как правило, я всегда делаю прокрут. Если выпадает контейнер, я его сразу открываю для того, чтобы понимать, насколько я далек от окупаемости, насколько сильно я ухожу в минус. Но поскольку в данной рулетке для меня все бесплатно, эти жетоны я не покупал, то можно, в принципе, абсолютно спокойно сделать все прокруты, которые могу себе позволить. Ну и, соответственно, после этого пойти уже открывать контейнер, ну, либо контейнеры. Кстати, вот этот аватар не анимированный, поэтому нет, ребят, для тех, кто задавал вопрос, это не тот аватар, который можно обменять на 10 тысяч золота. Все, ребят, прокруты закончились. Что в итоге получилось? Я забрал себе обвес, я забрал себе целых 50 бустеров, забрал себе 200 тысяч халявного серебра, забрал себе иксы и всего лишь один мистический контейнер. Теперь что у нас осталось? У нас осталось 6 прокрутов, ну и, соответственно, все мистики, как я говорил, спрятаны в конце. По шансам, ребят, все как было раньше. Сначала заберем ловца молний и свободный опыт, я это для себя понимаю. Ну а дальше уже можно будет забирать мистические контейнеры. Ну, разве что есть какая-то доля вероятности, что два этих прокрута будут все-таки разбавлены одним мистическим контейнером, на которого шансы целых 47%. Но очень сильно в этом сомневаюсь. Ну что, ребят, погнали! Открываем этот единственный сегодня выпавший мистический контейнер. Буду открывать данную рулетку
сетку дальше. Буду, понятное дело, публиковать следующее видео, чтобы вы видели, как развиваются события конкретно у меня. 100 золота на халяву. Но здесь, ребят, я доволен. Нет, я, конечно, недоволен на 200%, потому что не выпал танк, не выпала жирнота, не выпал какой-нибудь там мистический сертификатик, но при этом всем 100 золота на халяву все-таки упало. Вот такой вот прокрут рулетки, вот такая вот история самой рулетки. Если хотите видеть все таким, какой она есть на самом деле, подписывайтесь на оба моих канала. Пошел снимать дальше специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.